День добрый, дорогие зрители. Нашел очень хорошую трехкомнатную квартиру в районе Махмутлар. Находится она на первом этаже, на высоком первом этаже, видите? Под ней подвал. Открытый бассейн, ухоженный сад. Сторона восточная. Это первый застекленный балкон. В той стороне у нас улица Барбаросса, вот машины едут. Расстояние отсюда напрямую к морю 220 метров максимум до воды Средиземного моря. Итак, есть открытая парковка. Входим. Квартира продается пустой. Отремонтировали ее, покрасили стены. Алтус у нас кондиционер. Квадратный метр чистых здесь 85-90 квадратных метров. В хорошем месте расположения района Махмутлар. Начало Махмутлара. Тут рядом 3 Эмигрес и ресторанчики. Еще сеть магазинов Авто1, Бимшок. А здесь был балкон, бывший хозяин сделал, как бы такой шкафчик установил сюда. Можете убрать, поставить стол, позавтракать, сделать столовую часть. Там кто-то раскрыл ножки. Шезлонг. Так, шкафчик. Бытовая техника новая, фирма Altus. И холодильник новенький. Продает мой земляк. Так что... Цена напрямую. Сразу говорю цену. 115 тысяч евро. Есть маленький торг. Здесь прихожая. Это очень важно. Видите, большая прихожая. Шкафчик до потолка. У моря почти. Здесь дополнительная спальня. Просто вот шкафчик слишком большой поставили. Да, так бы. Раньше кровать была в эту сторону, можете убрать шкаф, если желаете. А так можно только одну кровать сюда поставить, на длину детская. Тут у нас один санузел. Стоит накопительная система Ariston. Душевая кабинка. Она туда не входит. Шкафчик отрежут и поставят стиральную машинку на место. Это у нас хозяйская спальня. Тут 12 квадратных метров. Сейчас я измерю для вас. Так, вот 12 квадратных метров почти. И тут у нас второй балкон. Было 3 балкона. Вот восточная сторона. Тихо, спокойно. Машин много не ездит. Сейчас я спущусь вниз и покажу вам территорию. Так, дорогие зрители, вышел я из квартиры. Тут еще есть сауна и кладовки, еще фитнес-центр, но не работает. Так что под квартирой пустота там. Она не находится на земле, чтобы не переживали об этом. Есть пандус. Айдат, как мне сказали, увеличили на 350 лир. Раньше было 170. Пандус. Ухоженный сад. И вот такой фасад здания. Беседка. Звоните, пишите по номеру. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агасиев, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.